Дружеские посиделки стали серьезным происшествием для одного из наших земляков. Во время встречи два ульяновца употребляли спиртные напитки, и, вероятно, под воздействием алкоголя произошел конфликт, который не получилось решить словами. Один из них начал избивать другого. Он приискал предмет, который обладает поражающей способностью, а именно палку. Нанес сначала потерпевшему один удар данным предметом в область головы, после чего потерпевший потерял равновесие, упал на землю. На этом горе-друг не успокоился и продолжил наносить удары в голову палкой, а потом ногой. В результате потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Несмотря на наличие доказательств, подсудимый в суде занял позицию, согласно которой утверждал, что действия его были спровоцированы противоправным поведением потерпевшего и усматривается состояние необходимой обороны. В свою очередь, государственный обвинитель привел исчерпывающие доказательства. На основании показаний свидетелей, протокола судебных действий, в том числе с участием подсудимого и научно обоснованной судебной экспертизы, жители Ульяновска признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подсудимого приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.